Завод молодой, растущий. Первую продукцию дал в 1973 году. Стройка идет и сейчас, параллельно с выпуском машин. А делают здесь автоматические сварочные линии для КАМАЗа, ЗИЛа, других крупнейших предприятий нашей страны. С каждым годом производство расширяется, требует новых рабочих рук. Приходит на завод много молодежи. И бывает так, что поначалу не всем удается справиться с заданием. Конечно, здесь многое зависит от того, как примут новичка, как помогут ему освоиться, найти свое место в коллективе. К нам в бригаду приходит довольно много молодежи. И, в общем-то, у нас бригада одна из самых молодых на заводе. Техника у нас довольно сложная. И поэтому, особенно первое время, молодым рабочим трудно. В бригаде у нас общая заинтересованность. И мы прикрепляем к ним наставников. Это опытные, хорошие рабочие. Они помогают им работать, осваивать станок. Работаем мы на один наряд. И поэтому от каждого зависит успех всей бригады, ну и заработок, конечно. Наставничество – бригадная форма организации труда. Безусловно, действенные средства уменьшения числа отстающих. Не менее важен и оперативный контроль за выполнением заданий. Помимо производственных мероприятий, у нас проводится большая работа и общественными организациями, партийными, профсоюзными, комсомольскими. Политическая пропаганда. Используем наглядную агитацию. Вот здесь есть образец, показанный экран соревнования за работу без отстающих на заводе. Такие экраны у нас имеются в цехах, где отражается работа, если здесь по цехам и участкам, там работа буквально каждого человека. И нужно сказать, что это дает свои положительные результаты.